Почему? Ну, почему? В сентябре осенним днем мы с букетами пойдем первый раз в уютный школьный дом. Там научат нас писать, вычитать и умножать, и вопросы смело задавать. Почему летают самолеты? Где живут слоны и бегемоты? Почему медведь зимою спит? Разноцветный попугай говорит. Почему? Почему зимой и летом не меняешь елка цвета? А будем в школе изучать, да-да-да, получать оценку 5. Получать оценку 5. В сентябре осенним днем мы с букетами пойдем первый раз в уютный школьный дом. Сколько будет 5 и 5? Ну, конечно, 25. Это каждый школьник должен знать. Почему летают самолеты? Где живут слоны и бегемоты? У-у-у, почему медведь зимой спит? Разноцветный попугай говорит. Попка умный. Почему зимой и летом не меняет елка цвета? А будем в школе изучать, изучать, получать оценку 5. Почему 5? Почему не 6?